Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по бокс-крану, по сбору рипли. Значит, без вложений и без таймера. Кто не знает, так вот он выглядит. Что я хочу сказать? Нужно проверить в срочном порядке. Кто еще не знает, кто здесь, да? Это для тех, кто зарегистрирован и работает на кране. Проверьте в сеттинге свой кошелек, свой тег. Вот. Потому что было недавно, как бы, всех взламывали здесь. Мне пришло на почту письмо подтвердить репли-адрес. Но там адрес был не мой, тег не мой. Как бы я в это время, меня не было на кране. Я ничего изменений не делала. Естественно, я пошла в кабинет, сюда зашла. Здесь все у меня адрес другой, тег другой. Я обратилась в службу поддержки. Вот сюда суппорт. Это чат суппорта в Telegram. Вот. Я вступила туда. Написала письмо на английском. Все с переводчиком. Мне посоветовали изменить пароль, что я и сделала сразу. Изменила, опять поставила на место свой адрес и тег, изменила пароль. Мой аккаунт заблокировали. Вот. И я опять в суппорт. Быстро меня, ну, служба поддержки отвечает быстро, все оперативно. Нареканий никаких нет, молодцы. Меня разблокировали. Ну, я продолжила работу. Значит, платит, работает, все платит. Так, вот, я вывела 0.05 миллионов. Так, давайте сначала опять на кран зайду. Я вам покажу, сколько я вывела. Виндраф. Вот, взломали меня, это было 3 сентября. Так, а вчера я вот 7.09 вывела 0.05 Ripple. 5 миллионов. Минимальная сумма на вывод 1 миллион Ripple. Так, значит, я вывела 5 миллионов. Начислили мне, обратите внимание, 0.17. Так, это выходит сколько? В два раза больше. 2,5. Здесь все через почту делается. Оповещение по любому поводу. Все через почту. Значит, оповещение это на почту. Значит, переходим на биржу. Вот мой Ripple. У меня 4 Ripple. Сумма BTC в биткоин сатошах 19 399. И вот здесь тоже в биткоинах и в долларах. Где брать адрес? Вот здесь нажимаете депозит. У вас генерируется адрес. Так вот, нажимаете сюда на квадратик, ставите галочку. Вот далее на красную вкладочку нажимаете. И у вас будет свой адрес, свой тег. Вот заходите, открываете биржу, кто здесь, проверяете, чтобы все правильно было, иначе уведут монеты и все. Это все копируете, вставляете на кран. Так, как я уже сказала, кран работает, платит, все замечательно. Я здесь. Значит, возвращаюсь обратно на домашнюю страничку. Ну, а кто не здесь, регистрация здесь простейшая. У меня есть видео на канале. Значит, это партнерская ссылочка. Нажимаете на зеленую вкладочку. Вращается колесико. Нажимаете опять на зеленую вкладочку. Вас перебрасывает на страничку. Здесь находиться не обязательно. Сразу ее закрываете и по новой. Так бесконечно. Иногда раз, может, 10 кликов появляется рекапча. Ну, там нажимаете, можно как бы изменить капчу. Вот есть шкала, так загружается, если капчу, рекапчу не пройти. В общем, две капчи без проблем. Ну, в принципе, все такое сказала. Вот. Ну, здесь вот вывод. Набирается миллион. Вот нажимаете вот на эту вкладочку. И у вас выводится
у Рипли монеты. Вот. Вывод приходит, монеты приходят в районе, ну, я не знаю, минут 10. Вот. Ну, в принципе, все. Кто не здесь, кому интересно, присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.